Пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружественных связей среди личного состава, повышение спортивного мастерства. Вот главная цель спортивного мероприятия. Сотрудникам отдела полиции предстояло защищать честь своей команды на турнире по мини-футболу. В преддверии праздников Дня первого президента Республики Казахстан и Дня независимости Республики Казахстан в честь 30-летия отдел полиции Бурлинского района проводит спортивные мероприятия среди сотрудников отдела полиции Бурлинского района по мини-футболу. Сегодня вот здесь, в этом спортзале, хочется пожелать им успехов, удачи и побед. Всего приняло участие 6 команд. Команда участковых инспекторов полиции, команда взвода патрульной полиции, команда административного отделения полиции, следственного отдела, дежурной части отдела криминальной полиции. Керемет бір мерейтой өтіп жатыр. Ол мерейтойдың атауы мақсаты. Спортивное мероприятие посвящено Дню первого президента и 30-летию независимости Республики Казахстан. В нем принимают участие все сотрудники личного состава. Активная подготовка к турниру проводилась около месяца. Всем своим коллегам, жителям и гостям города желаю добра, спокойствия, мира. Команды продемонстрировали свой спортивный потенциал, слаженную игру и сильный командный дух. По итогам турнира первое место заняла команда дежурной части отдела полиции Бурлинского района. Второе место у сборной команды следственного отдела и криминальной полиции. Третье место удостоилась команда взвода патрульной полиции. Все команды и участники были награждены кубками, медалями и дипломами. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачаганак.